Всем привет, друзья! Вот и вам новый выпуск гаража. Я уже с отцом сделал примерно 70% всего гаража. Мы уже поштукатурили, перекрыли его, но не будем забегать вперед. Сейчас все посмотрим. Как вы уже видите, козырек нормальный сделан. Возможно, вы еще рубероида немного видите. Это мы им перекрывали крышу. Но давайте я вам расскажу немножко поподробнее. Погнали! Итак, что же я сначала в первую очередь сделал? Как вы и советовали, я начал перекрывать крышу. Как оказалось, у меня крыша не была перекрыта, а была только маленькая стяжечка залитая, ровная. Это очень хорошо. Я считаю, что лучше перекрывать крышу с нуля, чем латать старые дыры рубероида. Для начала я поехал в наш супермаркет и купил там праймер и рубероид. Праймер у нас битумо-каучуковый. Им вы покрываете крышу, потом сверху застилаете рубероид. После того, как вы помазали праймером, нужно дать ему высохнуть. Далее, после того, как высох праймер, это примерно 6-8 часов, ну хотя я на ночь его оставлял. Важным нюансом является то, чтобы крыша была сухая. И во время того, как вы покрываете праймером, не шел дождь. Это очень важно. После того, как вы промазали крышу праймером, мы с отцом застелили полностью нашу крышу. Ушло у меня 30 квадратов рубероида. Рубероид я использовал под названием еврорубероид. Толщина была 4 мм. И была у него посыпка. Я не помню, как она точно называется. В общем, с посыпкой. Устилали мы рубероид этот вдвоем и полностью весь рубероид немного прогревали газовой горелкой. Стыки, замечу, нужно хорошо прогревать, чтобы они были немножко расплавленными и во время прилегания они между собой склеивались. Это очень важно. Вот и в принципе все. По крыше все делалось очень быстро. Мы перекрыли крышу за пару часов буквально, если не считать время высыхания праймера. И если вы будете делать крышу таким же способом, как я, там нет ничего сложного, не бойтесь. Все хорошо уже, крыша показала пока что себя хорошо, уже было несколько ливней, все хорошо, нигде не течет. Кстати, в крыше между гаражами была очень большая трещина, ее также я заделал праймером. Трещина была такая, что влазили пальцы, то есть вы можете сами представить, она была реально огромная. После устилки рубероидом все супер, ничего не течет, я доволен. Можете также делать и у себя. Дальше погнали по внутренним работам и вообще по штукатурке снаружи. Мы после крыши начали делать штукатурку над воротами и сбоку ворот. Кстати, шуруповерт Дека, сами можете видеть, какой он убитый уже, грязный весь. Реально пушка, ребятки, реально пушка. Я делал на него обзор, и я им штробил бетонные плиты под дюбеля. То есть я, тут у него есть ударная функция, и я им долбил... В бетоне дыры, короче, им долбил. В общем, огонь. Шуруповерт показал себя в работе очень хорошо и, короче, по факту. В общем, для начала, после крыши, первым делом, мы сбили старые куски штукатурки и полностью оштукатурили все по-новому, чтобы было все красиво и, в общем, хорошо. Ну, я еще снял перед этим козырек, так как он висел на деревянных брусах, а те брусы уже погнили и, в общем, это ни к чему не годилось. Потом я вам покажу новый каркас под наш козырек, который мы сварили на скорую руку. Ну, мне нравится, не знаю. Все было сварено быстро, не геморройно и, в общем, получилось хорошо. После того, как мы сделали снаружи, мы начали штукатурить в середине. Левая стена была поштукатурена, ну, более-менее нормально наполовину. То есть я сбил старую штукатурку. И мы левую часть стены оштукатурили, в общем, по новой, грубо говоря. Половину стены оштукатурили по новой. Также вы помните, у меня была дыра. Да-да, вот именно эта дыра. Мы ее также заштукатурили, все как бы нормально, все просто, все легко. Вы, я думаю, все знаете, как штукатурить, тут много рассказывать нечего. Поставили маяки, сделали раствор, оштукатурили все, все красиво, все нормально. Ага, замечу, во время штукатурки нужно оставить дыры или сделать разметку под дыры, где вы хотите, чтобы у вас были розетки, выключатели, то есть вся электрика. Чтобы вы сначала кинули вашу электрику, кинули вашу проводку, а потом уже сверху штукатурили. Это важно. Потому что когда у вас штукатурка и какой-то проводки не хватает, не всегда хорошо штробить, а потом заштукатуривать. Это очень много геморроя. Сначала кинули проводку, потом штукатурочка, и вы красавчик. В принципе, я так и сделал. Потом всю проводку я вам уже покажу в отдельном ролике. И это, я надеюсь, уже будет финальный ролик с полностью готовым гаражом. После нашей штукатурки мы залили стяжку.
Уровень стяжки был в одних местах очень большой, а при выходе в районе ворот, там уже уровень стяжки, то есть толщина стяжки, была уже очень маленькая. То есть примерно в конце гаража стяжка была около 5-7, а то и 10 сантиметров в некоторых местах, а уже возле ворот там было уже буквально пару сантиметров. То есть у нас получился такой вот перепад небольшой. Стяжку делать также очень просто. Выставляете маяки, потом по этим маякам уже льете бетон. Я думаю, много рассказывать про стяжку не имеет смысла, потому что если вы захотите узнать, как оно правильно все делается, вы найдете соответствующие ролики. Я просто же вам показываю, как уже сейчас все сделано. Также забыл вам сказать, перед заливкой стяжки нужно обязательно сделать вот такую вот рамку на вашу яму. То есть по контуру вашей ямы нужно сделать рамку. Это для того, чтобы можно было выставить уровень вашей стяжки по этой рамке. Я использовал уголок 40 на 40, то есть вы с уголка 40 на 40 делаете квадрат идентичный, чтобы все углы были ровные, и ставите сверху по уровню вашей стяжки на дырку вашей ямы, в общем, как-то так. И это для того, чтобы вы могли, например, закрыть досками вашу яму, то есть перекрыть. Это для удобного функционального использования вашей ямы. Ну и, в принципе, для того, как вы будете стяжку талить. А так сделали каркас, вот, и по высоте этого каркаса так и льете стяжку. То есть это все так делают. Это очень удобно, практично. И я вот уже досочками заложил, еще тут дальше заложу, хотя я буду делать лестницу. В общем, все сами увидите. Рамку делайте обязательно. Все супер, рекомендую. Кстати, вот вам обувь. Вот так вот, чтобы холодно не было. Берите на заметочку. Далее у нас шпаклевка. Про шпаклевку я вам долго рассказывать не буду, так как делал ее сам, а шпаклевать я особо не умею. Но моими кривыми вонючими руками получилось как получилось. Я еще перетру, в общем, я думаю, будет хорошо. Я шпаклевал обычной черновой шпаклевкой, все по стандарту. После шпаклевки я ее перетру. Нет, вернее, не так. Я сначала штукатурку прогрунтовал один раз, очень хорошо, очень плотно, грунтовкой. Вот такой вот грунтовкой. Глубокого проникновения. Ну, я брал самую обычную, недорогую грунтовку. После грунтования я уже пошпаклевал. Как у меня получилось. Потом я еще перетру. Потом я еще раз перегрунтую. И после грунтовки уже можно будет красить. Или шпаклевать уже финишной шпаклевкой. Как вам угодно. Я пока что пошпаклевал, как пошпаклевал, в общем, так и есть. Умею, как умею. А теперь спустимся ниже, в наш подвал. Погнали! Так, ну вот, значит, наша яма. Я праймером прогрунтовал, как видите, еще край, наш нижний край стены. Полностью задние стенки прогрунтовал праймером. Вот тут прогрунтовал праймером и вот здесь. Ну и, в принципе, вот ту стену прогрунтовал, потому что у меня был праймер, короче. Вот наша вентиляция, которую я вам уже показывал. Вот, вот наша проводка, кстати. Вот мы, кстати, видим проводку. Пока что я ее еще не делал. Вот стяжечка. Итак, после того, как мы сделали стяжку наверху, мы начали лить стяжку внизу. Это неважно, откуда вы будете начинать стяжку. Мы вот начали вот так. Потом, как видите, стяжка залита, ну, так себе, потому что мы особо тут не парились. Тут еще будет стелиться линолеум. Вот задняя стенка мы видим. Кстати, заднюю стенку, вообще все стены, я думаю, нужно будет пройтись праймером еще раз. Как и пол. Но это я уже в конце видео у вас буду спрашивать. Вот, имеем то, что имеем с стяжкой. Вот такая у нас стяжечка. На ней будет стелиться руберой. На ней будет стелиться линолеум. О, Серега, за факты. Ты что тут делаешь? Так, ну ладно, Серега, это у нас... После того, как вы сделали стяжку в подвале, я вам рекомендую пройтись полностью праймером по стяжке. Или какой-то другой гидроизоляционной смесью. Я буду проходиться еще раз праймером. Также вот эти вот арматурины в потолке я буду зашпаклевывать. Но это уже немножко потом. Главное сначала сделать верх. Как видите, у меня яма довольно большая. Высотой где-то в 2 метра. И шириной и длиной такая, как гараж. То есть яма
идет на весь гараж. Сзади у нас, сбоку вернее, вот такая вот стена. Я ее так и оставлю, она будет такой же. Ну, думаю, будет красиво. Вот у нас вентиляция. Пока что я так замечаю, что пол у нас почему-то мокрый. Вот можем присмотреться к нашему полу, и он реально что-то мокрый. Ну, в общем, я еще раз буду проходить праймером для того, чтобы гидроизолировать все это дело. И вот такие у нас, ребята, погреба. Вернее, вот такой у нас погреб. Короче, вот такой гаражик получился. Вот такой гараж у нас сегодня получился. Ну, вообще не сегодня, я вам сегодня его показал. Пишите в комментариях, что вы думаете, что вам понравилось, что вам не понравилось, что бы вы поменяли в устройстве этого гаража. И пишите также свои пожелания, свои рекомендации, как мне гидроизолировать еще яму. То есть я еще буду в яме, еще, я так думаю, промазывать праймером по полу и по углам стен. И будет типа нормально. А потом покрыть линолеумом, и я думаю, что будет хорошо. Но вы пишите, может, вы лучше разбираетесь меня, как все это хорошо сделать. И главное, недорого. Также пишите свои мысли, как можно сделать ворота, потому что я еще с ними ничего не делал. Я их буду чистить от старой краски и потом укреплять буду. Как я думаю, ставить замок. Там еще ставить такие небольшие сооружения, скажем так, чтобы с петель их нельзя было снять. В общем, что-то я буду делать. Вы пишите в комментариях, что бы вы сделали себе. Возможно, я комментарии прочитаю и сделаю так себе. И вообще, пишите, понравился вам ремонт в гараже или нет? Мне лично да. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, дальше будет еще много-много интересного. Кстати, давайте я вам покажу еще козырек. Вот еще небольшая демонстрация козырька. Старый козырек был снят. И вот с таких вот квадратных труб, как у меня друг говорит, квадратная труба, был наварен новый козырек. Это у нас был наварен каркасный козырек, вернее. Козырек был взят со старого материала, просто взяли и поставили то, что было, обратно. Вот так получилось. Эту часть стены я еще буду покрывать вапном. Вот, как-то так. Что думаете? На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И скоро увидимся. Скоро еще будет много видео про гараж. Всем спасибо, всем пока. Пау!